Всем привет! Я вновь выключил свет, нахожусь один в комнате. Это третья серия продолжения игры Little Hope хоррора. Глубоко ночью, один в темноте, в полной темноте, для того, чтобы достичь полного погружения во всю эту историю. Ну что, приступим. Пока оно грузится, тут даже пишут, не играйте в одиночку. Мы пойдем в одиночку. Пока оно грузится, пиши в комментах, знаешь, нравится тебе или нет. Ее обвинили в колдовстве. Не только обвинили. Судили, признали виновной, приговорили к смерти. Надо узнать, что грозит этой женщине. Что произойдет с ней дальше? Идея неплохая. Но как мы сможем это узнать? Туда мы уже ходили. Возможно, ответ скрыт... Так, нам дали карту. Ну что ж... Это просто безумие. Мы понятия не имеем, во что влезаем. Так, давайте будем оптимистичны. Ночка выдалась адская, но мы точно справимся. Кто бы мог подумать? Под личиной ботана скрывался герой. Бабища страшная, она на парня как-то смахивает больше. Сиськи только вот выдают в ней девку. Так, ну мы опять в тумане. Но мне вот этот чувак, который сознание потерял, больше всех, по-моему, нравится. Вот, ну, пока так. Остальные какие-то стрёмные. Все какие-то со своими тараканами. Так, а нафига мне? А, я вспомнил, я уже хотел дублевые СД тут. Купил, кстати, себе продолжение Division 2. Сейчас скидки в Ubisoft магазине. Там что-то, я не знаю сколько процентов, но она в итоге обошлась мне в 374 рубля. Вот. Купил себе продолжение и начинаю проходить. Ну, интересно, прикольно. Воители Нью-Йорка начинается. Если хочешь, я могу поснимать немного. Я, правда, уже сюжет начал проходить, но там его долго еще проходить. Вот, если тебе нравится Division, пиши об этом в комментариях. Попроходим все это дело вместе, если ты захочешь. Боже! Твою. Я забыл, что тут скриберы. Не хочу к ней приближаться. Вода черная, надо поджечь, проверить, может быть, это нефть. Так, кто первый? Профессор, вы твердите, что вы главный, так что... Давай, мне ты не нравишься. Ну да. Чувачелла. А это безопасно? О, подожди. Стопышенька. А тут, наверное, чё... Профессором тебя быстро переведем. Давай-ка так. Ну да, мы... вас переведем. Да, да. Я только слегка посрался. Сейчас вода станет коричневой. Так, как бы мне тут... Сейчас они заставят нажимать что-нибудь. Стопудово. Сейчас, короче, откинется один из участников, мне кажется. Придурки! Скажите мне, пожалуйста, нахера было туда одновременно Боже, всем лезть? Что же делать? Согласен. Медли. Почему-то... Диалоги почему-то
Так, давай, иди. О, воронка. Ворон. 9 метров, я так понимаю. Нет, это не метраж. Ёпта. Сука. В году 1692 мы собрались, дабы засвидетельствовать праведную казнь. Нет! Нихера, ее просто так забили. С дьяволом и будет утоплена, как колдунья. Помолимся за упокой ее души. Я не делала дурного. Я не ведьма. Я не заслужила смерть. Молю тебя. Вот так вот, кто не знает, и происходило в 18-е, наверное, века. Я не знаю точно. Ну вот когда вот сожжение ведьм шло. Дьявол подле нас явился к своей слуге. Он освободит ее от цепей. Айзек, завершим же деяние поскорее. Воля суда должна быть исполнена, покуда не поздно. Дьявол дает ей сейчас силы. Сейчас досмотрим, да расскажу. Свяжите ее покрепче. По-моему, откинется кто-то из этих. Вы не вправе. Айзек, я невинна. Исполни волю суда. Молю. Отправь ведьму к ее хозяину, покуда он не пришел поздно. За нами. Литл Хоуп не спасти, он погряз во тьме. Но в том повинно не колдовство или пришлые демоны, он гниет изнутри. Загадки тебя не спасут, женщина. То не загадки. У дьявола много обличий, кому как не тебе знать. В Литл Хоуп он скрылся под покровом невинности. Под личиной дитяти, обвинившей меня. Пока Мэри жива, Литл Хоуп не обрящет спасение. Вот твое зло, преподобный. Лишь вас самих. Айзек. Жестокие нравы. Тогда и детей подначивали. Кто-то косо посмотрел, какая-то девка, или не дала какому-то мужику. И вот так вот, с помощью деток, с помощью лжи, они обвиняли в колдовстве, их потом сжигали, топили. Ну, сжигали, по-моему, топить я, честно говоря, вот только в этой игре увидел. Что там было? Ну же! Что там, не что знаю, там? Не знаю, как сказать, что я увидел. Вашего двойника утопили? Да, да. Вашего двойника в цепях столкнули в реку. Утопили. Упс. Как-то ну... А вот кто там плавает. Или ходит, кто его знает. Так, а вы чё, раздолбая? Ладно, я первый. Жалко, мышки нету. Оп. Ну и чё? Ладно, вы двое, спускайтесь. Про этих он двоих забыл. Так, ну старушки, конечно, с таких высот прыгать... Тяжеловато. Опа. Я так понимаю, на этом месте ее утопили. Что это за тварь? Что это такое? Убегайте! Бегите! Валите отсюда! Осторожно! Черт! Двойник двойнику. Э, помогите мне! Блин, сейчас, они матерятся, сейчас. Прикинь. Я вернусь за тобой, держись! Я хочу посмотреть, что будет двойник на двойника. Эндрю! Хватайте мою руку!
Давайте! Свой, своего же... Так а что сделать-то? Пипец, блин. Тут у меня кнопки, что ли, не работают. Надо помочь Анжеле. Я не понимаю. Почему у меня кнопки не работают в этой сраной игре? Давай! Ты справишься! Зараза, блин. О, да, блядь. Я же... Чё нажимать-то? Может, пробелом нажимать? Сука, меня это начинает подбег. Как я буду управлять, если я не могу управлять? Какие Xbox, блин? Вот, мышь и клавиатура пусть будет. Так, нацеливание, управление во время исследования, осмотр предмета. И назначение клавиш. Вы хотите? Да. Переместиться, отмена, идти быстрее вперед, назад, вправо, влево. Вот, WSAD, смотри, можно включить. Извини, что тут настраиваю, но просто это пипец какой-то. Нацеленный персонажа вверх-вниз, это все неинтересно. Взять, поднять предмет. Ну, клавиша мыши. Интерактивные сцены. А, WDS. Кнопка для действий. S. Хорошо, попробуем так. Короче, просрал я тетку. Блин, жалко ее, извини, но у меня мышка не работала. Так, не понял. Блин, а я мог ее спасти, наверное. Мышка тут не работает. Так, дождемся следующего интерактива. Может, спасем даже кого. 13-я минута записи. Первый ушел. Член, так сказать, экипажа. Вот сволочи. Вот то, что там голосят на фоне. Какой-то хор. И прилетают. Ужасно, но предотвратимо. Вы знали? Прилетает. Вам знакомо выражение «участь хуже смерти»? Короче, монетизацию отрубают. Смотрите в будущее. Сики. На тех, кто еще жив. Учитывая, как поднялись ставки, какое-нибудь оружие сейчас бы очень пригодилось. Не так ли? Вам следовало осматривать все тщательнее. Ну, уже поздно. Ты хочешь сказать, что там пушки были? У юноши есть интересные теории. Или вы поддерживаете теорию Дэниел, что все они мертвы? Вот смерть пришла, но сон мой не прервался. О, что за буря поднялась в душе! Мне снилось по безрадостной реке угрюмый лодочник. В стихах воспетый меня повлек в обитель вечной ночи. Думаю, это возможно. Может, водитель что-то прояснит? Вам, наверное, совершенно... Минус один, плюс один, я так понимаю. Двойники, призраки, ведьмы,
демоны и смерть. Что, скажите на милость, может связывать все эти души? Думаю, мы это выясним. Я получил разрешение дать вам одну подсказку. Хотите? А, у меня мышка заглючила. Твою маковку. Идете в одиночку. Смело. Независимо. Сука, как меня это бесит. Скоро узнаем. Че, блять, с управлением в этом году? Я не понимаю. Продолжать. Как бы ни было страшно. То есть, блин, настройка мышь-клавиатура глючит мышка. Стойте! В настройках выбираешь мышь. Ты ничего не можешь сделать. Какого хера? Прикольно. Что с ней сделала эта тварь? Как это говно проходить? Она утопила Анжелу. Утащила ее под воду. Блять. Надо было да ее ладно? Спасать первой. Что ты материшься? Кто же вы? О, мне опять мышка глючит. Блин, как меня это раздражает, а? Так, управление, мышь и клавиатура, геймпад, мышь. Наверное, надо было с геймпада попробовать. Ну, да ладно. Сохранить, да, попробуем. Я думал, что сука работает. Что времени хватит. Вы поступили, как сочли нужным. Не вините себя. Мы остались вдвоем. Пока Тейлор и Дэниел нас не найдут. Нам надо забыть о прошлых разногласиях и всеми силами помогать друг другу. Оу. Согласен. Мужик, извини, у меня теперь тут с управлением беда какая-то. Хер с ним. Это какие-то новые пойдем качества уже. Непонятные зачем-то. Ну хер его знает, тут кладбище как бы, чувак. А, мы как раз должны найти выход с кладбища. Замечательно. Так, надо все осматривать. Йоу, кмакарек. Давай-ка вывеску гля... А, все должно подсвечиваться, по идее. Туда ты можешь пойти? Там, наверное, что-то лежит. Опачки! А, я думаю, это склеп какой-то или что? Или мы выход нашли? Да ладно. Просто... И вы вернулись обратно, что ли? Я не понял. Пойдем подальше от этого моста. Уверен, Дэниел Стейлор думает так же. Прячьтесь. Это шипа. Что? Так, проверяем мышь, работает или нет. Может запороть? Сука, чёрт. Они кнопку поменяли. Я не могу в это играть. Старый дурак. Могу я посидеть в тишине? Мне кажется, лучше не лезть к нему. Помните, что сказала женщина перед тем, как ее утопили? Девочку должна остановить. Речь шла о судах над ведьмами, так? Не уверен.
Ладно, идемте. О-о-о, домище стрёмный. Я зайду и осмотрюсь. Да, иди один, молодец. Твою мать. Ну, тут мы должны были испугаться от внезапности, но мы, видимо, привыкли. Анжела погибла. Блин. Как же так? Тебе, наверное, тяжелее. Вы были довольно близки. Без тебя я бы не смог. Нет, ссориться не надо. Будем вести себя как нормальные люди. Тик. Что за звук? Не слышу. О, Witch Trail. Little Hope, History of Trail, Witch Trail. Историческая тропа Little Hope, тропа ведьм. О, ребята, ну пойдем. Батарейки-то казенные. Пойдем другой дорогой. Не думаю, что есть другая. Так, а давай на карту посмотрим. Ёж, тоже можно смотреть. Ну. Тик. Ничего, так маршрут. Карта города Little Hope. Вид на город с высоты птичьего полета. Блин, я хочу попасть в церковь и в музей. Интересно, у нас есть деревня, город, ведьм. Надо будет погуглить, посмотреть. Страна у нас большая, я думаю, что-нибудь да найдется. Эй, сюда. Посмотри на это. Ух ты! Мост. А там внизу плавает. Эта тварь может быть еще здесь. Да. В воде. Нет, мы от нее оторвались. Уверен. Черт! Иди первым, ладно? Ты весишь куда меньше. Давай лучше ты. Я ни за что не полезу на этот трухлявый мост. Да, мы вперед. Мы остальных не найдем. Выбора нет. Ладно. Я пойду вперед, а ты за мной. А что значит? Ты его согласилась пересечь, чтобы найти остальных. Тик. О-о-о. Сколько тут всего-то? Я уж и позабыл. Отлично. Я бы шел бы аккуратней. Все, идем, да? Типа она прошла. Очень мало Как они, опор моста не хватает. Ёпта! Что это было? Суки! Вот какие-то моменты, вот, ну, так себе, когда монстров пока. Но вот такие вот скримеры внезапно они, да, доставляют. Оп. Ты видишь? Могила ведьмы. Считается, что этот камень отмечает место погребения первого человека, казненного во время судов над ведьмами в Little Hope. Тик. Уходим отсюда. Валить надо. Дэниел! Уберите свои руки! Тише. Умоляю. Мэри! Сюда, я здесь! Мэри, ты снова всего зла. Здесь. То есть та девочка — это зло? Я не понимаю. Моя дрожайшая Эмми провозгласила себе перед смертью, дабы покончить со злом. Должна остановить Мэри. Вы кто такой? Почему так похожи на Джона? У меня нету ответов.
Может, я уже околдован ведьмой? Я нашла ее! Вот она! Отколи она у тебя? Я сама ее смастерила. Я возьму, дабы уберечь тебя. Домыслы и вероломства нашли приют в Литл Хоуп. Ее тоже казнят. Она вот на эту похожа. Прошу, Табита, оставь ее мне. Вот она отобрала куклу, и девочка нажалуется. Чуваки, не умеете вы макурели тут. Офигеть. Нет. Ни одного телефона. Ладно, похоже, мы и вправду здесь застряли. Ну, халупа она и не выглядит как жилая, скажем так. Пока нет. Надеюсь, они в порядке. Я думал, мы быстрее найдем водителя. Куда он делся? Твою мать. Вот это та девочка. Она хочет, зовет. Чтобы мы шли за ней. Те две я девочки. Бы не стал идти. Одна из прошлого, а эта девочка из настоящего. Может, девочка, которую мы видим здесь, своего рода отражение девочки из 17 века? Не будем ждать Дэниела. В 17 веках, получается, сжигали ведьм. Уже бы дошли. Но я не уверен, что это было не так отходите. У нас. Неизвестно, что там. Хотя, черт его знает. У нас ведьм не было, по-моему. У нас были колдуньи. Эй! Хотя я могу ошибаться, напиши в комментариях. Ну что, открывай ты, дурень. А, вот мы до музея дошли, смотри. Что-то мешает открыть дверь. Что-то мешает открыть дверь, а? С разбега, с ноги просто взять и открыть ее. О, нифига, не вдвоем стул подвинули. Мощные чуваки. Это место напоминает какой-то музей. Она здесь? Спокойно. Сейчас дверь захлопнется, нет? Мне не по себе. Почему девочка ходит одна? Блин, насколько игры они стали уже... Может, она связана с Мэри? Должно быть. Но пока непонятно, как именно. Так, короче, подойди вот это вот, посмотри. Да подожди ты. Отойди. Вот, посмотри, вот это вот. New England Witch Trials. Это что? Суд над ведьмами в Новой Англии. А, надо перевернуть. Little Hope музей. 8 баксов. Так, полистать не дадут. Жалко, я бы почитал. Так, что-то там тут было. Не открывающаяся дверь. Мог бы и догадаться. Заперто. Так. Мне кажется, какая-то из кукол рано или поздно типа живет. Так, я могу. Тут вроде больше ничего нету. Так, пошли дальше. Управление дебильное, корявое, неудобное. А, ну это манекены. Хереть музей, блин. Вот ее утопили. Обвинили и утопили. Используйте, чтобы осмотреться и найти что-нибудь еще. А, вот. Эмила. Mm.
Я путаюсь в показаниях. О, вспомнил. Эми Ламберт, первая из обвиненных. Эми была обвинена в колдовстве девочкой Мэри Милтон. Ой, сейчас чихну. Ой, не чихнул. Которая заявила, что видела ту летящую на ивовой ветке, когда в суде возразили, что Эми видели за много миль от этого места. Мэри сказала, я глядела, как ее губы шепчут заклятие, признала ее за демона в обличии Эми. Пастор были. Карвер назвал это в своих записях призрачным свидетельством. Так, пошли дальше смотреть. Это что? Ну, давай. Так, трясти надо, я помню. В этом был весь я, Мэри суда. Милтон, люди, признаю истинность, увиденной мною греховности, да. Перед... Днем субботним госпожа Эми подле ясеня толковала с черным Самуэлем, духом в обличии собаки, говорящей человеческим голосом. Затем она трижды провернулась и изъявила согласие служить духу и приводить ему деревенских детей. Затем она смастерила куколку и наложила на нее заклятие, дабы проклянуть тех, кто супротив нее выступит. Сии и прочие деяния видели мои очи 25 февраля 1692 года. Саймон Карвер. Какие ж вы скоты, мягко говоря. Так, там я все посмотрел. Иди сюда. Так, развернись. Так, вот это что? Так, вот она кукла. Данная кукла, предположительно, изначально принадлежала ребенку. Взгляните. Я это уже видел. Где? На дороге, возле того задрипанного бара. Мы с Анжелой увидели ее и подняли. Как раз перед тем, как Мэри напугала нас первый раз. Занятно. Может, она привела нас? Хотела это показать? Давайте рассмотрим ее. Я бы не стал. Какого черта, профессор? Есть великое множество историй о том, как духи вселяются в предметы. Да, в кино. Аккуратней, ладно? Что если дух Мэри все еще живет здесь? Сожжем ее, и, быть может, на этом все закончится. Давай попробуем. Я за эксперименты. Согласен. Давайте. Зря мы это делаем, но... Блин, ну вот огонь они, конечно... Сработало. Что сработало-то? Она просто загорелась. Если честно, я не уверен. Так, пойдем дальше зырить. Глаза пузырить. Так, он куда-то туда ушлепал. А тут-то мы еще не все смотрели. Ну, давай, открывай. Оп. Изображение зала суда. Мне не надо ничего, да? Тут ничего. Тик. Пока весело. Пока прикольно. Смотрим. А тут окно. Давай. Оп. И сейчас скример будет. Я начинаю разбираться в этой игре. Так, это закрытые двери, я так понимаю, и нам надо... А хрен тут, ну смотри. О, здесь выход. Куда делась девочка? Привела нас сюда и растворилась? Может, этого она и хотела? Привела нас к кукле,
и готово. Не уверен в этом. Что-то прогружается очень долго. А нет, смотри, пошло. Нет. Прости, сломал. Ничего страшного. Все равно сигнала нет. Да, сигнала нету, пофигу вообще. Где остальных носит? Может, тоже заблудились? Мы же тоже заблудились. Он какой-то бухой, что ли? Странно он какой-то. Не, не пойдем, там еще клоун вылезет с зубами. И мы тогда точно вделаемся. Ой, спать охота, что-то вот никакого икшона. Ну а ты как, тебе игрушка, пиши там в комментах, а то что-то... Я тут прохожу, стараюсь, никто ничего не пишет, лайки только ставят молча. Но спойлерить не надо. Так, спорим, никого нет дома? Нет уж, без меня. Но первое здание за долгое время. Найдем вход? Прям как ты смог найти вход в тот магазин, что ли? Ты что, еще и взломщик? Не, я им в прошлой жизни был. То есть он каждый раз, когда поговорить, убирает фонарь в карман. Вот странно как-то вот оно. Ну ладно. Пусть будет так. Ой, заперто. Здесь надо мы же не пройдем. Тетка что-то вот тупила, на окно смотрела. Как кот иногда уставится куда-нибудь там в пустоту какую-то и втыкает. В обои, в проем дверной, в дверь. Так, тут, наверное, будет открыто, да? А нет, не все так просто. Так и... вот, окошко откроет сейчас. Ну-ка. Эй, Тейлор, посмотри. На что именно? Окно. Прикинь. Думаю, посетителей давно не было. О, да. С тебя 10 баксов. Окей. О, нет. Я их лучше отложу на новый телефон, который ты мне должен. Хорошо. Открыто. Я его подниму без проблем. Мы, конечно, можем поспорить, кто пойдет первым, но результат же очевиден. Ага. Отлично. Что-то мне кажется, откиснет кто-то еще. Что за? А, они в музей приперлись. Не бей страшную куклу. Смешно. Залезай давай. Давай, сюда. Они этих нагнали, они в музей пришли. А, вот эта фигня слева, что-то мне кажется, оно они прям как живет. Ну и жуть. Твою мать. Что там? Что-что? Я там... кого-то видела. Я там что-то видела. А, правильно, что-то видела. Ты куда идешь? Посмотреть. Ты уверена непонятно, в этом? Что ли? Нет. Ну, интересно.
И сейчас скример. Оп! Упс. Так, подожди, а давай мы... Знаешь что? Так, ну ладно, давай посмотрим, почитаем. Так, берем. Переворачиваем. Блин, ее сейчас сожгут. Учитывая то, что у меня мышка не работает. Твою мать. О. Тейлор! Тейлор, подожди. Да подожди ты, дай посмотреть, что там. Тейлор! А дверь не выбить? Что происходит? Выбей дверь, придурок. Блин, давай же. Что такое? Там голоса. Я, блядь, себя увидела! И она меня тоже! Странно одета, странно говорит. Какого хера? Ты вечно убегаешь ото всех и оказываешься в жопу. Сам иди в жопу! Я думала, тебе можно доверять. В жопу, сам иди в жопу! Женщина. Нормальный разговор. Похожую на меня. Уволокли, как какую-то преступницу. Черт. Ее потом сожгут. И потом она тебя заберет. Ну, потому что у меня мышка не работает. Почему-то. Вернее, я не знаю, что нажимать. Ну, слушай, нам дали оружие, смотри. И что, ты, дебил, положишь, да? Я нашел нож. Йоу. Может, это и был нож, когда динозавры были живы. Может, возьмем? На, возьми. А зачем? Для самозащиты, придурок. Ладно, если тебе так будет спокойнее, давай. Такой вообще амебообразный какой-то чувак. Я бы взял без разговоров просто. Здесь смотри, что нож нашел. Прикинь. И все, и забрал бы. Чувствуешь? Ой, еще что-то. Что-то сгорело. Хотел он сказать. Библия. А если вот так вот тудом-сюдом. Нет, как с ножом это не работает. Тик. А почему мы ими ножик все это не видели? Так, вроде больше ничего нет. И выход, твою мать, там. Ну, это было не очень страшно. Так, это мы видели. Это мы все читали. Значит, и теме можно было нож взять. Вот оно что. Так, а вот там вот я забыл. Там ничего, жалко. Так, это мы все смотрели, но хотя им... Ага. Эй, посмотри. Тут была кукла. Данная кукла предположительно принадлежала ребенку в конце 17 века. Жуть. Погоди, я поняла. Пропавшая кукла — это та, что была у девчонки.
Думаешь? Как странно. Это странно? Да тут все как из фильма ужасов. Не хочу тут быть и минуты лишней. Да вы сами в фильме ужасов. Респектую, чувика. Так, это что, даст нам что-нибудь? Ничего нам не даст. Идем, нам туда. Откуда ты знаешь? Так, а там мужик какой-то с копьем был. Вот и вы. Теперь вы начали хоть что-то понимать? К тому же, раз детская игрушка сгорела, значит, все в безопасности. Так? Зачем тебе нож для бумаги? Что ты собрался делать? Теперь хоть у кого-то, наконец, есть оружие. Оно может пригодиться. Может. А может и нет. Давайте я помогу. Чуть-чуть подскажу вам. Да? Да. Как бы так сказать... У всех есть свои демоны. Они принадлежат лишь нам и часто рождены из сожалений. Вот мудрые слова одного великого ирландского драматурга, которого я повстречал в Париже. Точно. Не торопись осуждать. У святого есть прошлое, у грешника – будущее. Она лишь дитя. Так что поговорим позже. Гляди, нам повезло. Вот дорога. Остальные должны быть рядом. Надеюсь. А то нам сегодня ни хера не везет. Так, господа. Третья серия подходит к концу. Увидимся на четвертой. Лайки, комменты, все пишите. Я хоть посмотрю, нравится вам или нет. Может быть, никому не интересно, так я и перестану снимать. Так, чисто для себя, один сам себе пройду. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приходите на четвертую серию ужастика Little Hope, где мы вместе в полночь, в полной темноте в квартире вновь начнем проходить этот ужастик. Эта серия, ну, были моменты, которые меня вспугнули немножко, ну, потому что неожиданно и вот что-то резко там появлялось. А так, в принципе, я уже начинаю, по всей видимости, ко всем приколам этой игры привыкать. И да, в этой серии мы потеряли одного члена нашего экипажа. Посмотрим, выживут ли остальные. До скорого, до встречи. Пока-пока.